Продолжаем концертную часть нашей
церемонии открытия. Ян Сибелиус. Концерт для скрипки с оркестром. Вторая и третья часть. Исполнители: Академический симфонический оркестр Днепропетровской филармонии. Солист, лауреат первой премии первого конкурса имени Леонида Когана Иван Петроленко. Дирижер Наталья Пономарчук.
сейчас вас приветствует председатель областной организации профсоюзов работников культуры Анатолий Владимирович Ялапы. Добрый день, участники, гости сегодняшнего открытия очередного конкурса. Снова очень приятно собраться в этом зале, снова приятно видеть такие вот глаза и детей, и родителей, и всех участников этого фестиваля. Для, знаете, когда-нибудь красота вместе с музыкой спасут этот мир, и для нас, как для профсоюзной организации, очень важно поддерживать все шаги, которые вот ведут к этому спасению. Поэтому, естественно, мы не могли не откликнуться на просьбу и инициативу наших преподавателей из 7-й музыкальной школы. И для проведения этого конкурса уже второй год подряд мы учреждаем свой денежный приз для обладателя гран-при 3-го открытого конкурса скрипачей и виолончелистов имени Леонида Когана. Это денежная премия, и сейчас в связи там с определенными делами я, к сожалению, не смогу быть на закрытии, но позвольте сертификат на эту денежную премию вручить директору музыкальной школы Жанне Леонидовне. Она его обязательно на закрытии передаст обладателю гран-при, и обладатель гран-при получит свои деньги. Очень здорово, что в нашем городе проходят такие конкурсы. Мы должны делать все возможное для того, чтобы дети росли как раз творческими, а Днепропетровск, кстати, родился вот как раз той культурной столицей, о которой нам так говорят власти. Спасибо. Симфоническая поэма выдающегося классика украинской музыки Бориса Лятошинского «Гражина» написана была под впечатлением литературной поэмы польского классика Адама Мицкевича. А Мицкевич написал свою поэму под впечатлением от старинной легенды, которая гласит следующее. В давние-давние времена жил на свете князь Литовор. Он правил своим княжеством мудро, и народ его жил хорошо. Но, увы, неспокойные были времена тогда. Так и хочется сказать, а были ли когда-нибудь на планете Земля спокойные времена? И враги напали на княжество Литовора, и на защиту родной земли встал не только сам князь со своим войском, но и его жена Гражина. Надев доспехи воина, она наравне с мужчинами билась в этом бою, освобождая родную землю. В этой битве Гражина погибла, а когда битва увенчалась победой, и враг был изгнан с родной земли, несчастный князь понял, что нет ему жизни на белом свете без любимой, и свел счеты с жизнью. Вот такая героически печальная легенда, которая легла в основу героически прекрасной, необыкновенно красивой и необыкновенно глубокой по мощи и образности музыки. Той самой музыки, которую мы сейчас услышим. Борис Лятошинский. Симфоническая поэма «Гражина». Thank you.
почаще слушайте хорошую музыку. Учитесь хорошо исполнять хорошую музыку. И главное, учитесь побеждать. Не обязательно в конкурсах. Прежде всего, сами над собой. Над своими сомнениями, над какими-то проблемами.